В Твери продолжает благоустройство Трехсвятской улицы. Ремонт проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Тверской Арбат победил в результате народного голосования. Первый этап работ затронет участок от улицы Новоторской до бульвара Радищева. В настоящее время подрядной организацией осуществляются работы по демонтажу старого дорожного покрытия и вывоз данного покрытия на полигон ТБО. В последующем организации планируется выполнить работы по устройству ливневой канализации, кабельных линий, системы охранного телевидения и наружного освещения. В настоящее время проводится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году. Просим принять активное участие жителей в данном голосование. При этом сегодня многие бережливые горожане задают вопросы. А куда денут вполне еще годную брусчатку, которая была вымощена Трехсвятская?